Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я влюбилась в британца, познакомились на курорте, общаемся год, обещают горы, жениться люблю не могу. Переписываемся стабильно, недавно живу себя странно, мог не отвечать на по 8-10 часов, и мы ругались. Одним словом, я давал ему понять, что меня это не устраивает, на что он резко ответил, что у него работает спорт. Каждые выходные уезжает к другу, редко отвечает, на что я не верю, и о другом даже больно думать. Каждые выходные посвящает своему другу, и один день родителям. Мне не звонят 2 месяца, неужели нельзя позвонить? Я понимаю, отношения на расстоянии очень тяжело переносить, но я так сильно его люблю, хочется занять себя, быть успешной в его глазах и не просить его любви, занять себя делом. Хочется все равно сохранить то, чего нет, наверное. Посоветуйте мне что-нибудь, с ума схожу. В первую очередь, здесь нужно рассмотреть ситуацию с, ну вот, с той позиции, с такой позиции. Когда и как вы сможете быть вместе. Ну вот, вот просто вот серьезно, вот когда и как вы сможете быть вместе. Что для этого можно сделать? Что для этого уже сделано? Что для этого вы делаете сейчас? Потому что без точных сроков того, когда и как вы будете вместе, да? Ну, я бы сказал, что мне лично слабо представляется, как можно отношения сохранить. Вот. Если нет конкретных сроков. Следующий момент. Вы пишете, что он начал вам реже отвечать. Вот. Что произошло в вашей жизни? Ну, вот, что произошло в вашей жизни, если он, когда он вот перестал вам отвечать? Ну, так. Часто, скажем. Скажем так, да? Вот. Что случилось, что он перестал вам отвечать? Так часто. Вот. Это очень важный момент. Очень важный момент. Как мне кажется. Дальше. Вы пишете про то, что вы поругались. Вот. Ну, то есть вы пишете, что ругались с ним. А что вас, вот, ну, конкретно вас, мотивирует с человеком ругаться? То есть, почему вы ругаетесь именно с ним? Из какого чувства? Состояния? Вы ругаетесь с ним? Вот. Давайте вот на эту тему подумаем.
Дальше. Я бы рекомендовал вам здесь поисследовать психологическую игру «Скандал», она так и называется, чтобы, ну, понять для себя плюс-минус основные механики возникновения, например, конфликта, ну, ссор. Вот. То есть крайне важно в этом смысле крайне важно увидеть свой вклад в конфликт. И то, какое чувство или какие чувства вас или вами движут. Какие чувства вами движут, что вы вот обращаетесь с своими эмоциями, ну вот так. То вы обращаетесь с ними через ссору, через конфликт, потому что у этого тоже есть, очевидно, ну, свои причины, вот, совершенно очевидно. Вопрос заключается только в том, какие? Вопрос заключается только в том, что из себя в сути своей это представляет. Ну и дальше, к вопросу о деле. То есть вот, если мы говорим про то, что у вас нет своего дела, и что вы просите у него любви, тоже довольно интересный момент, что вы как будто бы себя в жизни, может быть, ну, до сих пор не нашли. Вот. Ну, может быть. Может быть. То есть это вот очень важная история. Если вы себя в жизни как-то не нашли, то нужно искать. И становиться на ноги, да, самостоятельно, вот. Становиться на ноги и как-то вот по жизни идти дальше. А вы же сейчас этого не делаете. Вероятно, да, потому что не можете. Вот вам с этим тоже нужно помочь. Ну, на мой взгляд. На мой взгляд. Потому что с
самостоятельно, может быть, вы не справитесь. А что касается советов, то психологи советов не дают. Поэтому советов мы вам не дадим. Вот, но можем помочь себе разобраться, да. А как-то вот увидеть, что с вами происходит, да, увидеть суть. А увидеть суть того, что с вами происходит, например. И дальше уже, я думаю, будет более-менее, более-менее понятно. Вот. То есть, примерно такой в данном случае может быть, план. Вот. Как мне видится. На этом все. Я надеюсь, что это было вам интересно и полезно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, да, позволит вам начать психотерапию. Всего вам самого доброго. Обращаться.